Главный праздник с нами. В Щелкове на площади Ленина 2 возле главной красавицы елки на радость детям и их родителям каждый день работает очень необычная, потому что пока непривычная. Ох, стихами заговорили. Она в этом году впервые резиденция. Это великолепный домик, в котором прием проводит Дед Мороз. Дети и их родители просто в восторге. Еще бы, в домике происходит нечто удивительное. Стоит в него зайти, и там, как в сказке, дети получают подарки. Правда, в обмен на прочитанное стихотворение. Как красиво в наш розай! Мы гостей сюда позвали веселиться весь народ. Мы встречаем Новый год! Молодец какая! Дай леденчик. Кристиночка, держи, пожалуйста. Праздники, и у нас открыта резиденция Деда Мороза. Каждый день в этом домике по 2 часа будет Дед Мороз утром и вечером. Он будет слушать детей, которые приготовили ему какие-то свои подарки. И он будет также дарить свои маленькие подарки этим детям. Год наступивший, он не просто новый. Его символ – тигр – это совершенно прекрасный полосатый зверь, который каждому из нас обещает удачу и надежду на лучшее. Мы верим, что год 2022 будет замечательным. Он обязан быть лучше, потому что это год тигра, а тигр ловкий, быстрый, смелый, поэтому мы должны были ворваться в этот Новый год, как тигры. Резиденция Деда Мороза будет работать все праздничные дни. График, вывешенный на домике, где заседает Дед Мороз, имеет четко прописанное время работы. Со 2 по 8 января, утром с 11 до 12 часов и вечером с 16 до 17 часов. Так что, мальчики и девочки, учите стихи для Деда Мороза и приходите. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.